Здравствуйте. Сегодня утром еще один сюрприз. Вон как много бутончиков. Еще одна роза в саду. Она очень высокого роста. Такие можно ставить на опоры или около дома. Будет красиво виться. Бледно-розовый цвет. Много бутончиков. Какие-то цветочки уже, видите, раскрылись. У нас тепло, но не жарко. Розы хорошо цветут у нас, когда чуть-чуть свежо. Когда начинается пекло, то они останавливают свое цветение. У нас очень жаркое лето в Теннесси. Так что вот есть периоды, когда можно порадоваться красоте цветов. Вон как много бутончиков будет. Покроется вся розовым. Кругом птицы суетятся. Всех с добрым утром. Спасибо за просмотр. Пока.